Всем привет! Гитарная педаль Boss Phase Shifter. Сбоку педали присутствует вход для подключения гитары, вход для подключения педали экспрессии и выход для подключения к комбику. Также присутствует вход для подключения блока питания. В данном видео мы используем гитару Ibanez G-Custom и комбик Bugera Vintage 55. В данной педали предусмотрена функция Tap Tempo. Для того, чтобы войти в этот режим, нам нужно удержать 2 секунды педаль, сгорается зеленый индикатор, и мы в режиме Tap Tempo. Для того, чтобы выставить нужный нам темп, соответственно, щелкаем по педали. Индикатор мигает в нужном нам темпе. Чтобы выйти из этого режима, также удерживаем 2 секунды. А теперь послушаем, как звучит чистый звук комбика без педали. И с фейзером. Thank you.